Ой, здравствуйте, чат. Я тут немного влилась в срач под последний постом у себя в Телеграме. Ну, давно не было у меня срачей, вот захотелось что-то немножечко. Про Алену Швец шестремся. Вот. Нас сегодня ждет очень много занимательного контента. Сегодня мы проходим ветку Румы. И заодно посмотрим другие развилки, как, например, что будет в ветке Полины, но если у тебя нет ее талисмана. Что там с тобой сделает Ромка? Вот. Значится, чё? Будет запись. Да, запись уже предыдущего стрима выложена на моем втором канале, и это тоже будет выложено. Можете все пойти посмотреть. Лучше сначала без талисмана концовку глянь. Блин, я не помню, где получить концовку без талисмана. Блин, вот это надо сейчас, подождите, это надо проскипать. Давайте сейчас быстренько тогда сделаем концовку, где мы не берем амулет. Мужик. Блять, что здесь происходит? Отдай свое сердце! Блё! Мы это все видели, поэтому мы все проскипаем вообще спокойненько. Это ж было не... Мы что-то рисовали. Мы рисовали Алису. Господи, блядь, батя сидит, скример устраивает. Нет. А кто ж ей, Оль? Не, она... Может... Сам... Ты же... Нет. Нет. Это, ты... это ветка Алисы, но уже по ветке с Полиной, да? Или... О, разве? Добрый вечер всем. Ну, я надеюсь, вы запаслись Валакарли. Будучи медиком, ассистировал на ампутациях всяких. Но то, что сегодня на стриме произойдет, даже мне как-то нехорошо стало. Респект, автор. Блять, а почему вы говорите про ампутации? Вот, мы отказываемся, не берем этот амулет. Ты всегда думаешь о других. Знаешь, мне казалось, что пока не встретил... Скажешь тоже. Я серьезно. Был... А знаешь... Так, ну и все, сейчас посмотрим, что будет без амулета. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Привет, тарелочка. Я люто бахну в пельмени и сейчас сижу и смеюсь со своего идиотизма, потому что чуть не блюю. А так настроение хорошее. Как у тебя дело? Да у меня нормально все. У меня все в целом заебись. Поиграли и будет. Спасибо большое за донат, Минджа. Опять мы слушаем эту песню. У нас каждый стрим с этой песней. Так, сейчас мы пройдем вот это, посмотрим, что Ромка делает. И вы мне потом скажете, как пройти на ветку с Ромкой, что надо делать. Хорошо, чат? Так, вот опять у нас вот эти прогулки. Ой, бля, сейчас опять-то будет кринжовая сцена.
Блять, мне придется заново собрать эту херню. Походу. Ой. Ну, сейчас соберем. Рассказывайте вообще, чат, как у вас прошли выходные? Что делали? Где были? Кого видели? Пропустить можно? А как пропустить? Мне не дают пропустить. Мне не разрешают какать. Эль, что такое художник? Слева вверху? Нет, мне не дают нажать слева вверху, пропускаю. Нет, меня заставляют ее делать. Я вот нажимаю, мне не дают. Мне такие как бы, пошел нахуй. Диплом пишете? Жесть, какой ужас. Блять, я... Ой. Вот. Железная бабочка начала свое медленное движение вверх, и вдруг, как на ускоренной пленке, нырнула вперед. Это Ромка резко качнулся ко мне. Нас что, прям убивают в этой развилке? Его лицо приобрело цвет воска, а глаза пылали, как фосфорные. Я ощутил толчок и опустил взор. Бабочка была не настоящей. Из магазина приколов. Игрушка, в которой лезвие погружается в рукоять. Затем я понял, что ошибся, что не вижу лезвие потому, что оно погрузилось в мою грудь. Что оно сейчас внутри. Между ребер. Холодное. Острое. Как звук, запоздавший за светом, пришла боль. Удивительно, но она была не очень сильной. Зато была ужасно... Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Привет, впервые на Твиче, и впервые смотрю твой стрим, ура-ура, еще и на зайчика попала. Привет, панк-рок Ротвем, поздравляю с потерянной ответственности, спасибо за донат. Спасибо. Привет, надеюсь, мой телефон не умерек по дороге во время стрима. Ну и вы спрашивали, как дело. Хочу похвастаться, что завтра лечу на море. Бля, хорошо тебе, Ник, хорошо живешь. Спасибо тебе большое за донат, спасибо. Удивительно, она была не очень сильной, зато была ужасно неприятной, сосущей, отдавала куда-то в затылок. Я схватил Ромку за предплечье. Он вырвал нож, как в замедленной съемке, за лезвием взлетел пунктир алых капель. Кожа на костяном каркасе Ромкиного лица гротесно растянулась. Рот распахнулся. Между передними зубами натянулись нити слюны. Я хотел сказать, чтобы он прекратил, но слова застряли в горле. Мир пошатнулся. Я упал на колени. Стало сложно дышать. Словно воздух легком превратился в вязкое тесто. Рот наполнился кровью. Она выплеснулась на снег. Я не думала, что Ромка нас на полном серьезе захуярит. Неспособно держать голову ровно, я смотрел в эту красную лужицу. Потом я упал на нее лицом. Кровь согрела щеку. Я полежу, и все пройдет. Ничего страшного, зашьют врачи. Ромка схватил меня сзади и резко перевернул на спину. Я увидел его перекошенное лицо и глаза фанатика. Взяв бабочку обеими руками, зарычав, Ромка обрушил оружие вниз. Мой живот. Боль поглотила разум. Я не мог пошевелиться. Не мог даже зажмуриться, хотя на зрачках осели горячие росинки. Нож взмыл вверх. Пронзил какой-то пузырь внутри меня. Взмыл. Опустился. Взмыл. Ромка кричал и колол. Кричал и резал. Кровь плескалась мне в лицо, взлетала широкими багровыми лентами. В голове словно вспыхнули десятки огоньков, но сразу же начали гаснуть один за другим.
Эти области мозга, в которых погибали эти странные светлячки, погружались во мрак. Фигура Ромки размывалась. Я перестал следить за ножом. Я поднял взгляд. По залитому кровью лицу своего убийцы вверх, темнеющее небо. За долю секунды я увидел жизнь, которую не проживу. Миллион упущенных возможностей. Как за эти пустом кинозале я смотрел на экран. Я видел Олю, которая повзрослеет, но я не узнаю об этом. Я видел ее детей, которых не подержу на руках. Стареющих родителей в доме на краю леса. Я видел яркий свет в галереях и выставочных залах, чьи стены не украсят мои картины. Мостовые городов, по которым я прошагаю. 21 век, который настанет не для меня. И просто целую вселенную, состоящую из людей и вещей, навсегда мной утраченных. Ослепительно запылало то ли в небе, то ли под опускающимися веками. Нож колол и колол, но боль прошла. Тело больше не имело значения. Фильм закончился. Я растворился в бесконечной темноте. Милиция арестовала подростка, зарезавшего сверстника во время ссоры. Между учениками 6 класса средней школы возник конфликт, в результате которого один из учащихся нанес другому более десятка ран выкидным ножом. Мальчика доставили в больницу, где он скончался от потери крови. Школьник, убивший сверстника во время допроса милиции, признал вину. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Также уголовное дело по статье о халатности может грозить директору школы, чей ученик свободно разгуливал с ножом, и заму по воспитательной работе. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Школяр-убийца. Жесть. Тут еще прям такие титры сделали к этой концовке. Донаты приходили, сейчас титры пройдут, я включу. Я не хотела портить атмосферу. Не, ну мамка-то роскошно выглядит, богато. Шуба, шапка меховая. И отец как-то вообще резко постарел, как будто. Жуть, конечно, так вот сына похоронить. Что его зарезал какой-то просто одноклассник-гопник. Don't worry. I'll be gentle. Последние два дня ходил по кладбищам. Обходил все в городе. Завтра будет, я должен пойти в больницу, но в это же время у меня подготовка к экзаменам ХД. Привет, Элечка. Выходи к себе. Сегодня вся на нервяке. Надеюсь, расслаблюсь под твой стрим. Хотя, блять, какой расслабиться? Тут такой трешахах. Но это лучше, чем накручивать себя. Ну что, с Гамбери-симулятором? Несосранский эдишн. Кстати, будем проходить концовку с Рутой Хики. И напоминаю в который раз, что не обновила инфла донатах. На бумажке хоть где-нибудь. Ну я помню, я вдавлю, Ник, я вдавлю. Концовка с Рутом Хики, а там какая-то другая концовка, если ты ведешь себя как это. Ну вот это, где концовка опущенного, где ты везде ссыкуешься и ничего не делаешь. Там тоже есть какой-то отдельный развиток, так сказать. Спасибо, Минджа, за донат. Спасибо, Чикарита, Ник. Ты давай держись там, Минджа, а то тебе там скоро это самое. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Капец, Рома. Ну ладно, похвастаюсь, что недавно сдала сессию по живописи на отлично. Забрали 5 работ в худфонд. Ой, это здорово. Это здорово, Панкрок Ротпем. Спасибо за донат. Ой, смотрите, тут же та совсем другая развилка, когда он дрался с этими ребятами. Если появляется
Алиса, то по-другому он реагирует, что типа видит он лису, и она дает ему сил для драки. Заткнись. Есть у меня под... Сбежал. Под стеной. И ты... Ты от... хочешь... Но Все как... Продал. Знаешь, кем ты будешь? Второе имя. Настоящее имя. Свинья! Джесси, он тут, конечно, в этой ветке разагрессировал. Тут же он прямо их унизил, задоминировал. Ветки Полина, ты ему просто поебалу надавали. И очки разъебали, да? Она меня убить, чего тебя? Завтра в школе тебя выцепим, люди! В концовке с 28 ударами ножом, где действовали наверняка. Олька в этой концовке хоть живая, мы знаем, что она в порядке. Да, и там не перережут весь город. Это хотя бы хоть какие-то плюсы той концовки. Не, я все руты проходила, просто у меня все сейвы сбились и после выхода нового эпизода. Готов, то. Ладно, Этот мужик. А почему? Наверняка слышала. Этот он бля, это негрехтяне такие. Можешь проще себе концовки каждого эпизода на YouTube посмотреть. Чего? Мы здесь не ради этого собрались. Пойдем. Хотите на YouTube смотреть, идите на YouTube. То что-то в этот гараж зашли. Я уже вообще это забыла, что тут происходило. Может, просто скип поставить до 4 эпизода? Да давайте поставлю, да, реально. Давайте просто скип до 4 эпизода. Пропуск всего текста. На этом же, да, кончался третий эпизод? Вот сейчас как раз-таки. Пропал. Мы там садимся. И мы там ничего не рассказываем. Объявлять комендантский час причин пока нет. Слишком мало времени. Ну ты ходит смешно в этой мини-игре. Одноклассника. Мы все уверены, что он найдется живым и здоровым. Отворачивайся. Теперь поговорим о диких животных. Как известно, в наших лесах водятся волки и медведи. Рассказывать или нет, нет разницы, да? Ой, блядь, это тоже я не могу пропустить.
Боже, легендарная сцена с цветами. Бля, сейчас опять будет этот скример с видом ебаным. Так, а тут что надо выбрать, Полина или Ромка? Тут, наверное, надо Ромку выбрать, да, а не Полину. Как детей не заметить, мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко, накрепко влад... Ну все, мы дошли, да? Все, мы дошли. Ну чего? Чё-чё? Пока ты носом клевал, Катька пропала. Сон как рукой сняло, я недоверчиво нахмурился. Как пропала? Быть не может. Ну все, чат, погнали! Ёбаный рот! Сейчас мы все узнаем. Готовимся к жести, слабонервным покинув стрим. Шо, кушать запрещаете на этом стриме? Кушать запрещено на нем? Бяша подсел к нам, озабоченно кусая губу. Тосок, ты почти в этом сраном лесу завёз. Вчера ничего странного не видел, на? Мой ответ был чистейшей ложью. Нет. Я тоже. Повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. А то на месте Катьки оказались бы мы. Жесть, Бяша прям так потеет. Он точно что-то знал. Бяша судорожно почесал кадык. Это... Я что сказать хотел, на? Я кое-что слышал. Этим утром я, как обычно, в школу сол. Вдруг слышу плач за деревьями. Девтяти. Сечётина. Ну, я про Катьку-то не знал тогда. Да и знал бы, стрёмно оно, братки. Утро у нас не лучше ноти. Темно она, как в зопе. Вдруг это Катька была, а? А главное, вместе таком парсывом на... В буреломе-то неподалёку от кладбища. Хорош пургу гнать. Да зуб даю на! Сам слышал! А вы уверены, что Катя действительно пропала? Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Слетела контрольная она! Ура! Никаких контрольных! Как пить дать, пацаны, эта Катька в тайге стонала! А значит, и до неё маньячело добрался! Я вспомнил Катю, такую красивую и такую подлую. Первая девочка в классе, у которой, назовясь подружкам, успела округлиться грудь. Первая сплетница, змея и гадина. Бяша загибал пальцы. Сенечка, Вова, Семён, Катя. Четыре человека, да. Рома хлопнул ладонями по парте. Так, пацаны, отныне смотреть в оба. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. О, Рома все по фактам говорит. На остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Как и Полинку. Пусть у вас с ней все получится. Я и думать забыл, что мне когда-то нравилась Полина. После вчерашней ночи мои мысли занимала лишь одна девочка, Алиса. Ребята направились в столовую, а я остался царапать ручкой в тетради, выводить пики сосен и две крошечные фигурки, летящие между кронами и полной луной. По приплечьям бежали ордой мурашки, ретиво заскакивая за шиворот.
И было вроде так просто взвыть к небесам, но что-то злое гнуло до земли. То ли вес украденного перстня, то ли тяжелые взгляды исчезнувших детей на доске. Кто-то в поселке был явно к этому причастен, скрывал нечто ужасное за благочестивой маской. Рисуешь? Я стыдливо прикрыл тетрадь, как будто было что-то зазорное в фигурах над лесом. Да ничего, так, дурака валяю. У нас была же сцена, да, вот это. Уже слышала про Катю? Ужасно. Да. Беда. Ужасно еще и то, что Катю ей было жалеть сложно. Нет, подумал я, ты одна из самых красивых девушек, кого я встречал. Но для меня, увы, ты только на втором месте. Но вслух ничего не сказал. Ноздри словно уловили запах конфет, древесной смолы и фейерверков. Ты потеряла анкету? Полина предлагает опять нам гулять после уроков. Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Да не, Полин, мы знаем, что там было. Нас уже не интересует. У нас уже есть крепкая мужская дружба. В смысле ты согласился? Почему бы и нет? Давай, схуяли. Тогда после алгебры на заднем дворе. Кстати, читала официальный комикс. Мангу по зайчику «Любовь. Смерть и клубника». Где нет. Происходит событие между 3 и 4 главой от лица Кати? Нет, а где почитать можно? Я не читала. Я почитала. Она пристала и снова посмотрела на меня своими пронзительными глазами. Пробормотала, гадая. Что-то из Мусоргского? Нет, пожалуй. И ушла. Вместо нее в проходе вырос Ромка. Он плюхнулся ко мне за парту и зашептал на ухо. Ты с ней говорил? Бяша проковылял к нам, но Рома осадил его сердитым взором. Бяша, отвали на пару минут! Тот обиженно поджал губы и скрылся из класса. Рома опять повернулся ко мне. Ну, говорил или нет? Комикс 400 рублей стоит! Его покупать надо? Я что, похож на миллионера? Она что-то сказала про меня? Мне хотелось улыбаться печально и обреченно. Ромка, капитан команды Вольтрона, был влюблен, действительно влюблен. В его взгляде кипела надежда, мольба, тревога. Это делало его совсем наивным мальчиком, который оградился от мира спортом, резкими движениями и холодностью. Это же еще вообще за это самое броманс. Мог ли я предать его сейчас, когда он так уязвим? Мог ли сделать правильный выбор ситуации, где нет ничего правильного? Я проговорил, откашлившись. Она спрашивала, где ты будешь после уроков. Лицо его стоило того, чтобы соврать. Оно буквально засветилось от счастья. А ты что? Сказал, что ты будешь на заднем дворе. Ромка... Блядь. Ромка взволнованно облизнул губы, вцепился мне в запястье. Я испугался, что сломает. Ну, Доха! Ну, спасибо, друг! Погнали скорее готовиться! Муа! Ща мы закатим такую шум в программу, что прям ого-го! Он ушел к ворчащему в коридоре Бяши, а я, оцепенев, уставился на пустой стул Полины. Только что я променял одну дружбу на другую. Осталось лишь надеяться, что я не прогадал. Эхо звонка металось по мрачным закоулкам школы. Наспех застегивая куртку, я выпорхнул во двор. Синоптики не соврали, пророчи метель. С севера наползало свинцовое облако, в нем клокотал могучий рев. Дети вставали спиной к ветру и смеялись, когда порывы толкали их по катку. Вьюга уносила смех в фиолетовую даль. Ромка бросился ко мне, как только заметил на прилично пустом пятачке за школой. Готов? Точно не сдрейфишь? Второго шанса не будет. Я не был готов, абсолютно. Живот покалывал, требовал убираться, не ввязываться в заранее проигрышное дело. Но бросить Ромку на полпути я уже не мог из принципа. Тот тем временем, загибая испачканные в чернилах пальцы, судорожно пересчитывал реквизит. Букет есть. Маньяк присутствует. Чё там ещё? А что с моим образом? Где мой топор или там маска? Да не гони, Тоха! Надень ту зайчью, что с собой по жизни таскаешь. Ой. Только резче. Нельзя, чтобы Полина нас видела вместе. Я с недоверием поглядел на Ромку, но пальцы уже нащупали бегунок на молнии рюкзака и потянули за него в предвкушении.
Вместо того, чтобы удивиться, я испытал лишь облегчение, вытащив наружу мое настоящее лицо. Вместе с ним пришло спокойствие, и колики улеглись. Я вспомнил ощущение полета, невесомости, счастья. Тут же проблемы Ромки показались до зевоты мелочными и несущественными. Давай, как репетировали. Только она появится, я пригражу ей дорогу. Ага, а я из-за тех кустов такой бац и на выручку. Только веди себя посмелее, Тошик. Лошик. Чтоб как взаправду. Я постараюсь себя не сдерживать. Простой кусочек картона и шерсти нес себе энергию, которая могла соперничать с яростью метели. И я не без удовольствия натянул настоящее лицо поверх очков. Поправил его, чтобы глаза смотрели точно в прорези. Ромка исчез. А из-за школы вышла, оглядываясь, Полина. Футляр из-под скрипки был неизменно с ней. Сапожки скрипели на свежем снегу. Сейчас я чувствую, Полине никакой Ромка не нужен будет. Она сама просто с прогиба нас опрокинет. Тучи проглотили солнце, и темнота обратила меня в длинноухий силуэт. С сомнением посмотрев в мою сторону, Полина начала огибать площадку. Хе-хе, значит, не узнала. Я шагнул наперерез, совершенно не заботясь, что мой рост или одежда могли подсказать Полине, кто перед ней. Ты случаем не потерялась, деточка? Что? Бэйба. Хмурясь, она потеснилась к кустам. Черт! Из-за них тут же показался чертыхающийся Ромка. Он неуклюже двигался боком, словно краб, и все так же прятал руку с цветами за спиной. Эй! Садись, проклятый! Пока я здесь, никто не обидит эту девушку! Понял? Ты! Под маской я страдальчески вскинул брови. Интонация Ромки была фальшивой, откровенно идиотской. На репетиции он отыгрывал во 100 крат увереннее. Но я не подал виду и, нагло схватив Полину за воротник, подтянул к себе. Пальцы пробежали по ее шелковистым локонам. Ой! Полина возмущенно ойкнула, но я только ухмыльнулся. Чувство вседозволенности и безнаказанности захлестнули меня. Я намерился завалить Полинку на землю и тискать до синяков, пока несущая колесица Ромка не научится актерствовать как надо. Говорю! Не тронь! Но я не послушал и продолжил, пьяни от собственной власти, от того, что растерявшийся Ромка мямлил себе под нос. А я мог делать что угодно под покровом заячьей личины. Прояви терпение, Рохля! Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя. Ромке даже округлились глаза от удивления, и было видно, что он какое-то время пытался сохранить самообладание, чтобы не выйти из роли. Но прежде чем новоиспеченный герой хоть что-то предпринял, его опередила Полина. Так, что тут происходит? Питифан, ты уберешь своего дружка? Полина на отваж стукнула меня футляром так, что я мигом протрезвел. Я же... Он мне... Думаете, я вчера на свет появилась? Бяша, небось? Или... Она внимательно посмотрела на меня, словно могла видеть сквозь картонную маску. Левой короной, футляром похороной. Да, этих мужиков, да. И даже в тусклом освещении я видел, как порозовело ее негодующее личико. Антон? Вот не думала, что ты такой. Я замычал еще оправдание, втайне надеясь, что Ромка опередит меня и все объяснит. Но фиговиша из-за актера впялился на сугробы и краснел от стыда. Спланировать такое шоу и облажаться? Полина смотрела на нас, сжав кулаки, и вдруг выкрикнула. Клоуны! Крик-вердикт еще бился о школьные стены, как попавший в ловушку голубь, а Полина кинулась прочь от нас по заснеженному асфальту. Она плеснула тенью, словно шлейфом платья, и скрылась за углом. Голова Ромки обреченно упала на грудь. Облезлый букет шлепнулся в серую кашу мокрого снега. Это фиаско, братан. Это фиаско, братан. Я снял маску со вспотевшего лица. Ветер остудил кожу. С маской я словно стащил слепок посторонних мыслей и эмоций.
Робко скрипел зубами, таращась под ноги. Потерянный и подавленный, не умеющий, как и я, встречать контратак и удары судьбы. Я видел, насколько ему плохо. Он готов был крушить все вокруг, биться лбом о бетон. Что угодно, но только не попросить Полину вернуться. Он был сильным и смелым, но так боялся показаться слабым, что это мешало ему жить. Решение пришло молниеносно. Я положил ладонь Ромке на плечо. Жди. Че, он пойдет с Полиной разговаривать? Кто бы что ни говорил, но мужская дружба топ. Ржачно и как-то искренне. А с Полиной только неловкие хорни, сцены и истерика. Нах надо. Эдуард Кулин, это что, внутренняя мизогиния или что? Я сейчас не понимаю. И кинулся по пришкольной территории, пытаясь догнать Полину. Эхо повторяло стук подошв. Скрипичный футляр девочки покачивался, как хвост раздраженного животного. Полин! Она сбавила шаг, но не обернулась. Ну, Полин! Показался ее хорошенький профиль. Чего? Я поравнялся с ней и осторожно взял за локоть. Она не отдернулась. Хороший знак. Ты все неправильно поняла. Полина убрала с лица прядь. Я подумал, что этот жест она могла посмотреть в каком-нибудь фильме с Шерон Стоун. Голос ее оставался строгим. Что тут понимать-то? Ромка спланировал геройский поступок. В кавычках, конечно. А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитит. Еще и маску где-то нашел. Гадкую такую. Я вспыхнул. Ничего она не гадкая, но вслух сказал. Эбаж, Полина, эбаж. Забудь про макияж. Слух так и сказал. Спасибо за донат. А вот и не поняла. Ты Ромке очень нравишься. В ее взгляде проскользнуло любопытство. Мне так отчаянно захотелось обнять Полину, украсть, увести в лес. Познакомить с моими новыми друзьями. Чтобы флейта играла, Полине бы понравилась ее мелодия. Чтобы мы прыгали до небес выше облаков. И там, под приколоченными к небосводу звездами, я бы рассказал Полине, как нуждаюсь с ней. Что она вода, а я умираю от жажды. Чё? Что? Тебе же нравится Алиса, а не Полина. Чё ты начал? What the fuck? Что она вода, а я умираю от жажды. Я думала, я тебе нравлюсь. Я притворился дурачком. Мне? Полина обиженно вырвалась. Он такой, блин! Утром, мне уже нравится Алиса, Полина мне не нравится. Не, все-таки мне нравится Полина. Ты определись. Все ясно. Да постой же, нравишься. Ты всем нравишься. Блять, Антон. Но Ромка, он особенный. Особенный лжец. Он целеустремленный и на самом деле серьезнее, чем кажется. Как говорил Гена Букин, друзей на сиськи не меняют. Ну вот, видите, он все равно за Рому старается. Все нормально. Он готов откинуть свою любовь ради Ромы. Все так, наверное. Думаю, это призыв, Кею. Я тебя поддерживаю, Эдвард. Ясно, спелись, блядь. Реклама Рома. Рома особенный. Он не такой, как все. Помнишь, ты говорила о побеге? С ним бы ты точно сбежала. Да, я тоже самое тебе говорил, Полин. В какой-нибудь большой сверкающий город. Да куда угодно. Он обещал защищать тебя. Полина смотрела в темноту за чертогами школы. Там был ветер и клубился снег. И что теперь прикажешь? От его обещаний детей рожать? Для начала узнать поближе. Дать ему шанс. Не смогла попасть на прошлый стрим. Можешь, пожалуйста, вкратце рассказать, что там было? Я, наверное, не буду. Тут есть люди, которые не видели ветку Полины. Я не хочу им спойлерить. Ну, там, короче, срам полнейший был. Вот что. Вот как. Не знаю, я просто реально не хочу рассказывать, потому что не все знают, что там. Шутки шутками, а настоящий маньяк еще на свободе. Позволь Ромке проводить тебя сегодня. Я говорил, а губы мои немели и деревенело лицо. Я боялся, что голос выдаст истинные чувства. Слова были бритвами, которые резали мне грудь и гортань, высыпаясь наружу. Полина молчала бесконечно долго, а потом еще дольше. Она возмущенно сопела и барабанила пальцами по черному футляру. Наконец она сказала, вздохнув. Передай своему Ромке, что я жду у школьных ворот. То есть, блядь, Антону нравится все-таки Полина?
Ну, типа, в этом Руте... Я просто не понимаю, уже сказал, что Алиса самая классная, что ему Алиса нравится. Я не понимаю. Но чтоб не думал себе всякое. Я изобразил радость. Когда надо, я мог притворяться. Ты не пожалеешь. Я брел обратно за угол, вслепую шаркая по снегу, потому что мои веки были плотно зажмурены, а сердце билось, как молот, гоняя в душу гвозди. Ромка сидел на корточках, взъерошивая короткие волосы. Она ждет тебя у ворот. Наградой мне было изумление на лице товарища. Он вскочил, захлебываясь словами. Совсем не тот замкнутый лидер молчун, с которым я познакомился на прошлой неделе. Тош, ты спас меня! Братан, да я теперь твой должник на века! Хочешь, я тебе тетрис подгоню? А хочешь, научу рукопашным приемам? Или... Я мечтал об одном, чтоб меня оставили в покое. Чтобы я мог стоять в тишине и смотреть, как колышется на ветру лес. Дыхать морозный запах хвои сквозь старую маску. Иди уже. Хотелось верить, что в случае с Алисой мне не придется выбирать между чувствами и дружбой. Кроме нее у меня уже никого не осталось. Разве что Оля. Ну, конечно, мой лучик света в этой кромешной черной тайге. На самом деле, меня очень бесит, что в этой игре женские персонажки существуют только романтических линий, особенно мерзко от того, что сделали акцент на груди Кати. Она же ребенка. Что, у Кати первые вылезли? Господи, выросли сиськи? Вы про это или про что? В смысле женские персонажи, что игры романтических линий? А Катя? А Оля? А мама? Ребенка. Ну это, конечно, панрок Ратпе, мать, ты жестко вкинула феминитивы, тут на весь чат сейчас срачи начнутся. Не только этот момент? А, еще что-то будет в этой ветке, да? Ну, сейчас посмотрим. Как я мог забыть о своей маленькой сестренке? Я знаю, чего я хочу! Ромка, успевший сделать несколько шагов, остановился и посмотрел на меня. Я хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде! Мой приятель ухмыльнулся, сдвинув шапку на затылок. И что ты предлагаешь? Сберкассу обнести? Нет, надо просто поймать маньяка. Того, кто в ответе за все эти похищения. Вот, ну, ему денег за это дадут. И получить обещанную награду в милиции. Ромка скривился, спрятал руки. Блин! Господи, ты боже. Блядь, ко мне голубь залетел, пиздец! Привет. Немного опоздал, но самое интересное не пропустил. А пока продолжим наблюдать за драмой каждого 12-летнего ребенка. Да, у каждого же жизнь была такая хуйня, что это, дети пропадают, маньяки вокруг. База, мяу. База. Мяу-мяу-мяу. Прикинь, подходит к тебе одноклассник, а в его башке думает, что уведет тебя в лес и познакомит со своими друзьями. Слава богу, что он это вслух не озвучивает. Ну просто прикиньте, к тебе подходит вот тот самый отличник-задрот и такой, пошли в лес, у меня там друзья. Будем прыгать до луны. Ты моя вода, я хочу тобой напиться. Во, пиздец. Ну, у каждого, наверное, был такой, знаете, одноклассник-задрот. Такой, знаете, вот с усиками вот этими идиотскими. В таком сером костюме. Вот такой. Подходит и... Крепота же, пиздец. Спасибо, Минджай, чертенок, за донаты. Спасибо, ребят. Ромка скривился, спрятал руки в карманы штанов. Думаешь, тебе этот лейтенант что-то за сотрудничество отстегнет? Подарит максимум часы командирские, будь здоров. Меня утомило перерекаться с Ромкой. Ты поможешь мне? Да или нет? Я сказал уже, мы команда. Куда ты, туда и я. Хорошо. Теперь понять бы, с чего начинать. Слушай. Бяша говорил, что слышал плач в буреломе за кладбищем. Готов поспорить, это была Катька. Я весь собрался, превратился в нерв. Катя-то шажок к Семену, от него к Вове. Поможем милиции арестовать убийцу, и проклятый маньяк перестанет держать наш поселок в страхе.
А с ним уйдут взрослые запреты, что не разрешают Оле выходить на улицу. И я, наконец, научу ее прыгать до небес вместе с новыми друзьями. Как тогда будем действовать? Так сразу не скажу, да и время поджимает. Давай пересечемся у дома Полины через час. Нет, лучше через полтора. Ром, с тобой там не будут обжиматься. Знаешь, где она живет? Я вспомнил номер дома, тайком подсмотренный в анкете Полины. Думаю, найду. Отлично, мне пора. И Ромка умчал, а я остался усмирять голубь грудной клетки. Быть может, теперь с Ромкиной поддержкой весь этот ужас наконец прекратится. О, Бяша, здорово. Лузгающие семечки Бяша скривился, как только я подошел к нему. Смотрите-ка! Фу, явился, не запалился на. Бросили меня тут на. И срулили вдвоем. Глупки. Еще на команда Вольтрона называется. Пеша нахухлился и демонстративно отвернулся. На минуту я задумался, взвешивая про себя, пригодится ли нам помощь Бяше в поисках Кати. Или этот Ромкин прихвостень только все испортит. Ага, понятно. Приветик. Первый раз тебе доначу. Будут выборы дальше, обязательно сохраняйся везде, чмок-пупок. Ну, то есть, короче, это будет влиять на что-то. Блин, я вот не знаю, брать Бяшу или нет. Ну, Бяш, не обижайся. Ромка голову совсем потерял. Ты уж не злись на него сильно. А про тебя я помню. Вот, держи от меня подарок. Я передал Бяше доработанный набросок Вольтрона, огромного трансформера, собранного из пятерки роботов-львов. Не тёся! Это мне на! Спасибо, Антоха! Лазал! Ты чего уж там. Через полтора часа встречаемся у Полининого дома. Намечается срочное дело. Бяша аж порозовел на радостях. Чем будем заниматься? Сексом. Я всегда отвечаю в этой игре, когда меня об этом спрашивают. Я ужасный человек. Я грустно улыбнулся, оценивая наши шансы. Постараемся не пропасть без вести. Самые длинные полтора часа жизни, словно миксер, размололи мой мозг до жидкой кашицы. Одни тревожные мысли нахлёстывались на другие. Пропавшая Катя. Лес. Маньяк. И склепы, могилы, кресты, кладбище, мертвецы. Бяша выполз из ранних сумерек в квартале от назначенного места. Чего унылый такой, на? Светлых анекдотов нет? Я был рад видеть даже его физиономию. Вся банда в сборе. Не обязательно было спрашивать Ромку о свидании. По улыбке души становилось ясно, что прошло оно великолепно. Ромка шутливо боднул меня в бок. Ну ай да, джентльмены! Джентльмены! Этот счастливый, тот несчастный. Фиг вас поймёт, на! А ты лишний раз, Беш, не думай. А то, глядишь, последняя извилина узлом закрутится. В это время люди в домах стряпали, смотрели телевизор, переругивались. На крыльце курили хмурые мужчины. Скрипел колодезный ворот. Метель обошла поселок по дуге. Но она не заботила меня и пугала. Лес вырос на нашем пути, и то ли мы вошли в него, то ли он проглотил нас зубастой пастью. Сосны скрипели, а из тайги тянулись зыбкие тени. Они выгибались по обе стороны от дороги. Никто из нас не проронил ни слова, ступая на просеку. Сизая дымка струилась над оврагами, ее хвосты завивались в призрачном танце. В лесу тошнотворно пахло воском церковных свечей. Я про то, что и Катя, и Полина, и Алиса все созданы как объект романтических отношений главного героя. А что в чате действительно может быть срач из-за феминитива? Да нет, обычно нет, у нас в чате все тихо. Просто сегодня народу-то много. Мало ли. Ну да, да, есть такое, конечно, что они созданы только для главного героя. Но это как бы, это не то, что проблема этого произведения. Это проблема всей поп-культуры.
что во многих произведениях женщины играют вспомогательную роль. С этим как бы ничего не поделать. Как бы остается только самим пытаться создавать произведения где-то не так. И рублем покупать, где тоже это не так. Но это, к сожалению, проблема всего мира, так сказать. Так, в чате включили медленный режим, мне страшно. В лесу тошнотворно пахло воском церковных свечей, мутило рассудок. Снег чавкал, проседая под подошвами. Кочки напоминали насыпи на могилах, а кресты заменяли перекрученные хилые деревья. Из заледеневших болот стенала и булькала тьма. Злобно завыл ветер. Время перестало иметь значение. В какой-то момент мы уперлись в бурелом. Значит так, поисковая операция начинается. Далеко не разбредаемся, ищем любые следы Кати или похитителя. Поэтому я делаю визуальную атоме новеллу, где мужики будут вспомогательный элемент. Вот. Там все решаем будут женщины. Нормальные женские героини. Привет. Не удивлюсь, если Рома реально в один день грабанет банк, чтобы он поехал в Диснейленд. Блин, я почитала такой фанфик. Я почитала. Хе-хе-хе. Спасибо за донат. И желательно, пацаны, поживее. Уже через час станет темно, хоть глаз выколи. Блин, извините за автоп, мне сегодня приснилось, будто я начала еще одну дигру делать. И там какой-то выживач в стиле второй Данганронпа, там тоже, типа, люди попали на остров, и тоже что-то им приходится делать. И я еще сидела такая, нахуй я вторую игру придумываю, я еще первую, блядь, даже не делала. Зачем я уже пошла вторую делать? Ну, сука, не помню, какой был интересный сюжет, а я ничего не помню, что там было. Мы осторожно стали пробираться через поваленные деревья, в слабой надежде найти хоть что-то. Хрена лысого мы в таких потемках найдем. Давайте у золота по домам. Опачки, чё тут у нас? А мне сегодня фартит. Ой, это ж Катькин. Я козысь нашел! Это ж Катькин косылек! Ой. Блять, он в капкан наступил, да? А потом я услышал сдавленный вскрик и не понял, кто кричал. Ромка, Бяша или я сам? Наконец я все увидел в очию и все равно не поверил своим глазам. Абсолютно седой Бяша в ужасе пятился, спотыкаясь, пока наконец не рухнул в сугроб. Он протянул руку, и я увидел, как дрожат его пальцы, указывающие в пустоту. Бяша взвился, словно ужаленный, и побежал прочь. Ромка не посмотрел на него. Он продолжал смотреть вперед, не моргая, не дыша. Я не заметил, как зашагал навстречу чему-то неописуемо страшному. Нерешительно отодвинул завесу из мохнатой хвои. За елями показалась небольшая опушка, некогда выжженная точным попаданием молнии. Почерневшие пни ограждали круг. Посередине стоял черный гараж. Его гладкие стены были выкрашены черной краской. Казалось, они впитали в себя сам мрак. Я подумал, что гараж — это не просто металлический короб, который легко можно перевозить с места на место. Он нечто живое. Насекомое с черным лоснящимся хитином. Прожорливый падальщик. Мы таращились на него, он внимательно следил за нами красным мерцающим глазом. Я сказал себе, что это просто лампочка. Генератор жужжал тихонько, но в этом звуке слышалась угроза. Открыто. Я попытался сглотнуть. Рот был сухой, как пустыня. Ворота гаража были распахнуты. Внутри клубилась чернота. Я почувствовал прикосновение. Ромка положил ладонь на мое плечо. Пойдем. Он выглядел сейчас старше своих лет. Да что там? Он выглядел дряхлым стариком. Куда? Ты что, сбрендил? Давай предупредим лейтенанта Тихонова. Ромка сплюнул себе под ноги. Не будь ты таким наивным, Тоха. Твой Тихонов вон даже варежку в лесу отыскать не смог. Ха-ха.
Да и западло с ментом сотрудничать. Особенно, когда я у него на учете состою. Хулиган выхватил визитный ножик и серьезно посмотрел на меня. Маньяк наверняка вернулся туда, в свое логово. Если получится, возьмем его тепленьким, пока он не ждет. Иначе в следующий раз подкараулит уже он. Зверята говорили, что он всего лишь человек из поселка. Но справимся ли мы без взрослых? Второго шанса может не быть, брат. Так что решайся. Ну, я так понимаю, чат хочет жести, и мы идем в гараж. Мы приблизились к постройке. И скоро бы не доносилось ни звука, только гудел генератор. Ромка постучал костяшками по воротам, убеждаясь, что они не собираются превращаться в хищные челюсти. Осмелев, он распахнул двери пошире и принялся ощупывать проем в поисках выключателя. Тоха, помоги-ка мне. Гараж оказался самым обыкновенным. Полки с инструментами по бокам, какие-то канистры, тряпки, да накрытая чехлом машина. Ни маньяков, ни их жертв. Я даже усмехнулся от облегчения и прочел те же эмоции на лице товарища. А сейчас там есть подвал. Ромка вошел в гараж и обогнул его по часовой стрелке. И обогнул по часовой стрелке автомобиль. Пошарил среди пыльных полок, посмотрел на меня. Я расхрабрился настолько, что перешагнул порог. В углах, как паутина, налипла тьма. Паук, если он и был, давно покинул гнездо. Отсеченные конечности, груды фарша и головы, облепленные мясными мухами. Вот что я вижу, выглянув в ящик. Как в ночном кошмаре. Страшная версия поля чудес, который ведущий, хохоча и пуская слюну... Ладно, на сегодня последний донат. Жалко, надо отключаться на самом интересном. Удачки. Спасибо большое за донат, Панкрок Ротвен. Спасибо большое за донат. Приходи еще. Don't worry. I'll be gentle. МММ, а я с подругой сейчас буду есть вкуснейшую штуку. Только-только из духовки. Приятного нам аппетита. Удачи, тарелочка. Спасибо, Микамечка. Приятного аппетита. Если мы идем в гараж, то там будет мини-игра. В этой игре надо спамить кнопку. Сильно ситуацию это не изменит. Но только в этом случае можно использовать фотоаппарат и получить еще одну улику. Ну посмотрим. Мы все разберемся, сохранение есть. Спасибо за донаты, ребят. Как в ночном кошмаре, страшная версия поля чудес, которую ведущий, хохочая, пуская слюну, вынимает из коробки истекающие гноем призы. Но на его ящик пуст. Если что там и было, это убрали с глаз долой. Почему мне это так напоминает алтарь? Точно гараж — это церковь, а здесь атрибуты нечеловеческой таежной религии. Я не хочу видеть иконы этой звериной веры, древние письмена и железные реликвии. Да нет же, просто хлам. Никому тут не молятся, не бывает таких храмов. А воск на столешнице, потому что электричество часто отключают, и хозяин работает при свечах. Тусклый свет не проникает туда. В темноте может быть что угодно. Вдруг оно смотрит на меня в упор, прячась за кружевом паутины. А если встать на цыпочки, пыли рухлить. Ржавый хлам. Оказывается, это место капец какое унылое. Какому такому мудаку пришла в голову идея перевозить гараж с места на место? Пошли отсюда. Ага. Давай догоним Бяшу. Ему крепко досталось. Я вышел под снегопад. Ромка уже топал к выходу, когда Рук остановился и задумчиво поглядел на автомобиль. Слушай, а что это мы с пустыми руками будем возвращаться? Дай-ка я хоть магнитолу скручу. Обожди минуту, я мигом. О, из-под чехла раздался всхлип. Привет, Бочка, спасибо за донат. Спасибо, родная. Спасибо. От неожиданности я чуть не плюхнулся в сугроб. Ты слышал? Она там.
Я смотрел, как друг дергает за ткань, но подбежать помочь не хватало сил. Ноги словно примерзли к земле. Но Ромка справился и без меня. Споротый с помощью ножа чехол полетел в сторону. Под ним не было автомобиля. Там, вырастая из пола, блестела машина маслом. Маслом огромная мясорубка? Я видел такую в одной передаче «До 16 и старше». «До 16 и старше» — советская российская телевизионная передача, посвященная проблемам молодежи. Беспризорность, движение рокеров, тема наркомании, дедовщины, проблемы досуга и взаимоотношений в семье. Промышленная махина, которой на фабриках перемалывали коровьи туши для колбасы. Блять. В раструбе, напоминающем зев кровожадного цветка венериной мухоловки, находилась связанная Катя. Она очнулась, словно ото сна, ее глаза округлились от страха. Кляп позволял лишь хныкать и молчать. Про это говорили, да, что тут на Кате ебаная шибари. Да? Шибари в 90-х глубинке. Заебись. Скорее сюда! Я сбросил с себя отрепь, как тяжелый чехол, и рванул в гараж. Тем временем Ромка почти взобрался на стальную душегубку. Он взял Катю под мышки. Блядь, я не хочу это дальше проходить. Это полный пиздец. Я уже знаю, что там будет. Я чувствую. Господи. Блядь. Вероятно, коленом Ромка зацепил какую-то кнопку. Загудел механизм. Звук напоминал ворчание голодного желудка. Ромка закричал испуганно, явно осознавая, что он наделал. Черт, выключи, выключи ее. Я сейчас, держись! Ничего. Ни одна чертова кнопка, ни один тумблер не могли остановить этот жуткий скрежет жерновов. Не работает! Ни хрена не помогает! Так помоги мне! Мы согнулись над Катей и рванули ее за локоть. Внизу заработали спирали. Сначала медленно, но с каждым витком они набирали скорость. Блять, я не хочу это проходить. Я не хочу это проходить, это пиздец. У меня сейчас психика отключится, ребят. Раздался хруст. Так костер поедает хворост. Катя взвыла сквозь кляп. Но мясорубка не отпускала. Мясорубка питалась. Я закричал, увидев, как лезвие наматывает на себя лохмотья сплюснутых ног. Ноги Кати теперь напоминали измочаленные колготы. Кости проткнули кожу и торчали, словно сучки. В багровом сиропе плавала белая коленная чашечка. Я тянул Катю на себя и чувствовал, что проигрываю. Лезвие раздробили так. Запенилась кровавая каша. Катя выла на одной безумной ноте. Глаза вылезли из орбиты, белки стали красными от лопнувших сосудов. Лезвия дошли до живота. Легко выгребли из плоти сизые трубки кишечника. Таколя наматывала спагетти на вилку. Вонь внутренности распространилась по гаражу. Я больше не пытался помочь Кате. В этом не было ни малейшего смысла. Голова девочки свободно болталась. Мутные глаза смотрели в пустоту. Мясорубка перегрызла ребра и поглотила едва оформившуюся грудь. Да, блять, ты о чем ты думаешь, ее... Сука. Из кровяного давления лицо Кати потемнело. Алые струйки сочились из глаз и ушей. Катя умерла, но механизм продолжал работу. Волосы попали в лезвие, и скальп с сочным хлюпанием отделился от черепа. Кожа лица съехала вниз. Гримаса смерти заставила меня отшатнуться. Я ощутил руки на своем теле и решил, что сейчас меня швырнут раструб в качестве десерта, что я смешаюсь в единый фарш с Катей. Но это Рома тащил меня прочь.
Из металлического хобота механизма шлепалась поддон толстая колбаса-кровянка с застрявшими волосами и костями. Мы сделали все, что могли. Надо убираться отсюда. Вадим! А-а-а! Блядь, ко мне голос залетел! Эх, а могли сейчас тортик с дедом Полиной есть? Вообще было бы заебись, тортик-то поесть. Чё-то уже не хочется кушать, честно говоря, чертёнок. Ледяными пальцами я расстегнул молнию на рюкзаке. Ты свихнулся? Я поднял полароид, рукавом вытер слезы. Нам нужны доказательства. Лезвия дожевывали кости. На одном из стальных зубов повисла отхваченная косичка. Я прицелился и поймал в объектив резинку с пластмассовой клубничкой. Клац. Все равно? То есть там нет варианта еще быстрее прокликать, да? Ее никак не спасти? Господи, какой пиздец. Блядь, ну пиздец. Я все равно пиздец. Просто пиздец. О, пиздец, блядь. Мне в первый раз было очень нехорошо. Еле в себя пришла только после комфорта нас. Это пиздец какой-то кошмар. Реально мясо, буквально. Спасибо за отмекание. Коса отправилась на тро мясорубки. И махина замерла, булькает напоследок. Мы вывалились из гаража. Я взял горсть снега и запихнул себе в рот. Прожевал рыхлую субстанцию. Рома стоял на коленях, утирая лицо снежком. Я отползал от чудовищной мясорубки, цепляясь ногами за лед. Блять, это полный пиздец. Это настолько жуткая сцена. Это во всех смыслах мясо. Отключите, кстати, чат для смайликов, уже прошло время. Еще страшнее! Пиздец! Я все обдуль. Пиздец! Просто пиздец! О, пиздец! Блять! Пиздец! 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 Господи! Ой, блядь, я так больше не могу. Прикольная нарезка с Катькой получилась. Хи-хи-хи. А если серьезно, то весь эпизод какой-то мрачный и блевотный получается в сравнении с прошлыми. Да. Я думала, вся жизнь в эпизоде Полины, а тут еще хуже. Тут еще хуже. Это вообще кошмар. И сам ужас в том, что типа Ромка нажал эту хуйню. Если бы он так не сделал, Катю, возможно, можно было бы спасти и вытащить спокойно. Привет. Масло и кожа. Шипы и шины. Стоп, невозможен такой машины. Простите, пожалуйста. На самом деле пиздец жалко. Я видела в ТикТоке, как радует Сирию смерти. Никто не заслуживает такой смерти. Ну, я бы не хотела так умереть точно. Это вообще... Ну, меня реально прям подмутило слегка с эпизода вот этого. Ее можно спасти, потянув за голову, когда кнопка появится. Но это вроде не точно. По крайней мере, разработчики говорили, что ее можно спасти как-то или меня наебать. Да я не знаю, вряд ли, наверное. Лава вышла в день защиты детей. О, пиздец. Это они вообще отличный подарок сделали на 1 июня всем. Наверное, спасти ее можно, да, если в гараж не идешь. Ой, ладно, продолжаем. Спасибо за донаты, ребят. Завтра вам весело пообщаемся с психологом. Кашель точно пытался отхаркнуть воспоминания об увиденном. Но я знал, что никогда не забуду ни запаха, ни звука ломающихся костей, ни предсмертной агонии Кати. Рома пополз ко мне на четвереньках, я на секунду решил, что он потерял рассудок от ужаса. И теперь как дикий звереныш перегрызет мне глотку. Но взял меня за куртку и принялся снегом оттирать красные капли с рукава. Что ты делаешь? Никто не должен узнать. О чем ты?
Никакой милиции, слышишь? Катю по частям мы не соберем. А я не хочу сесть в тюрьму, как мой батя. Но ты говорил... Говорил. Он метнул ненавидящий взгляд в гараж. Я включил мясорубку. Нечаянно. Попробуй докажи. Им только и надо, чтобы на кого-то повесить убийство. Я за решетку пойду, а маньяк будет разгуливать на свободе. Блять! А жизнь ведь только начала налаживаться. Но мы не можем просто так. Можем. Поклянись, что никому не скажешь. А иначе он не произнес, но это читалось его тоне. Я молчал минуту, думая о кровавом бульоне, льющемся из машины. Рома был прав. Даже если Тихонов поверит нам, гараж к тому времени может исчезнуть. Чудесным образом перенестись на другую поляну, в другую часть этого чертова леса. Пожалуйста! Кто-то должен защищать Полину! И Олю, подумал я, медленно кивая. Хорошо. Я боялся, что не сдержу слова. Что мама прочтет все на моем лице, увидит нестертые капли крови, унюхает запах. И я раскалюсь, просто упаду перед ней на пол и буду рыдать от страха за себя и за родных. Я еще не знал, что ждет меня в месте, которое по ошибке называл домом. В ладонь впились острые уголки фотографии с останками Кати. Короче, он заходил в дом и параллельно думал о всякой хуйне. Я вообразил три мясорубки в разных частях дома и трех близких людей, перемалываемых лезвиями. Я осторожно перешагнул порог. Слышал, как тот говорит на кухне. Впервые звуки ссоры подействовали успокаивающе. Я сунул фотографию в карман и побежал к спальне. Карина! Я догнал видение, в котором сестру поглощали лезвие мясорубки. Жесть у него тут просто. Пукшая от слез личика вытолкнула из мысли караобраз Кати. Что случилось? Я сука! Ты помог ей? Не думаю. Заслонив письменный стол, я осторожно выдвинул ящик и бросил туда фотографию с окровавленной Катиной косой. Оля попыталась заглянуть мне за спину, но я резко закрыл его. И одновременно с этим что-то стукнуло карниз снаружи. Дальше все то же самое получается. Смешная нарезка детей. Кстати говоря, веревка, которая связывала Катю, была уже внутри мясорубки. И вроде ее никак нельзя спасти. Уже все способы перепробовали. Ну вот я тоже думаю, что вряд ли бы спасли. Спасибо большое, Минджа, за донат. Спасибо. Это после всего, что я видел в гараже. Ну, короче, да, тут, видимо, ничего не меняется. Просто то, что... Иногда он вспоминает про Катю. Так, давайте мы теперь попробуем вариант, где мы идем к ментам. Со стороны гаража раздался хриплый смех, от которого волосы на голове тут же встали дыбом. Но это всего лишь скрипела массивная черная дверь на холодном ветру. Это точно какая-то ловушка. Нет, Ром, без милиции мы туда не сунемся. И без того кислое лицо товарища сморщилось, словно откусил лимон. Блять, надо было согласиться после сцены с Катей. Надо было сохраниться, я не выдержу это еще раз перепроходить. Ой, какая я тупая, блин. Надо было сохраниться. Ой, блядь. Только попомни мои слова. Менты хуже душегубов. В дежурной части почему-то пахло чебуреками вперемешку с сигаретным дымом. Чебуреки – блюдо крымско-татарской кухни, представляет собой кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой из измельченной жирной баранины, лука, специй и небольшого количества воды. Обжаривается во фритюре.
Из глубин участка приглушенно и тоскливо пела Татьяна Буланова. Казалось, по такие слезливые песни невозможно работать, только отпевать покойников у разрытой могилы. На спинке стула висел старый противогаз с хоботом. Здорово, что милиция не забывает про тренировки. Только почему фильтра не видно? Блядь! Это что, референс на пытки, блядь, или что? Или противогаз здесь используют для чего-то другого? Есть же что-то такая хуйня, что надевают на человека противогаз без фильтра и бьют, короче. Пытка противогазом. Вот, пытки... Просто я забыла, пытка противогазом. Третья ссылка. Пытки в российской милиции. Сотрудники милиции обычно привязывают жертву к стулу и надевают на ее стол голову противогаз или пластиковый пакет. После этого воздух перекрывается. Во многих случаях в этом моменте подозреваемые избивают, чтобы вызвать учащенное дыхание. Некоторые пострадавшие от пыток рассказывали, как они теряли сознание. Когда приводили чувства, спрашивали готовности подписать признание и продолжали процедуру в случае отказа. Эта пытка называется слоник. Было такое, было. Стрим образовательный. Как-то раз папа упоминал при мне обезьянник, камеру, где держат только что пойманных преступников. Толстые прутья решетки выглядели устрашающе, прямо как кино. Мне даже захотелось нарисовать это место. На секунду я представил, кого бы мог изобразить внутри клетки. На ум сразу пришел Ромка. Надо сказать, он отлично бы сюда вписался. Я мотнул головой, отгоняя мрачные мысли. Стянул шапку и провел пятерней по взъерошенным волосам. Снег оттаивал с подошвы, оставляя на плите мокрые следы. На плитке мокрые следы. Громко тикали часы, а со стенда «Внимание, розыск!» на нас глядели сгинувшие в ночи дети. Ба! Какие люди! Что, Петефанов, сдаваться пришел? С повинной? Обхохочешься. Да уж, смешного мало. Милиционер перевел тяжелый взгляд на меня. Ты бы, Петров, друзей осторожнее выбирал. А то, считай, знакомый всего ничего, а ты уже дров наломал. На учет поставлю, как некоторых. Ой, знаем мы ваши учеты, лишь бы отчетность закрыть. А настоящие преступники до сих пор на свободе. Ну-ну, смотри, не образумишься, как папаша твой. По малолетке загремишь. Я вас еще удивлю. Я понял, что пора вмешаться в разговор, пока Тихонов не потерял терпение. Константин Владимирович, вы должны поехать с нами. Мы гараж нашли. Я заранее догадался, какой будет ответная реакция. Вон как. Гараж, значит. Дай угадаю. А в нем сокровища Стеньки Разина спрятаны. Стенька Разин – один из самых известных казачьих атаманов российской истории. По легендам, он и его подручные зарыли в русской земле целое состояние с десятками пудов золота и жемчуга. Нет, но... Петров, признавайся, ведь не сам ты это придумал. Петефанов подговорил, да? Все хихоньки да хахоньки. Ой. Ромка закатил глаза. Не знаю, Ромке такой спрашивает, что ли, когда он глаза закатывает. Я предупреждал. Никто меня не подговаривал. Я сам видел, как вас вижу в лесу среди пней. Времянка это была, Антон. Нет, гараж. Старли примирительно поднял руки. Ты хоть знаешь, что такое времянка? Ну, это... Не знаешь. Как же ты их тогда отличишь? Охотники хибару сколотили для припасов. Мы этих построек штук 10 проверили, пока лес обыскивали. И вашу, наверное, тоже шмонали. Проверяли, то есть. Хибары не едят детей, а черный гараж ест. Ну теперь точно, Антон, тебя никто слушать не будет. Черный? Он крепко задумался, барабаня пальцами по столешнице с кипой бумаг. У меня появилась слабая надежда, что лейтенант прислушается к моим словам. На черной-черной улице, в черной-черной подворотне, черный-причерный гараж.
Хватит тебя за шкирку. Приехали. Видите? Не забыл я еще детскую страшилку. Помню, малым так сестренку напугал гаражом этим. 3 дня уснуть не могла, дуреха. Тихонов улыбнулся, блеснув крепкими зубами, а я подумала о своей Оле. Байка это, ребята. Ей 100 лет в обед. Вы еще своим детям рассказывать ее будете, а те своим. Некоторые истории, особенно дурные, они, увы, вечны. Последний раз всхлипнула и замолчала Буланова. Наступила гробовая тишина. Будто на автопилоте я побрел к стенду, оставляя за собой мокрые следы. Я теперь стоял в упор, разглядывая фотографии Сенечки, Вовы, Семена и Кати, а они в ответ таращились на меня. Когда рука Тихонова легла мне на плечо, я невольно вздрогнул. Эх, Антон, знал бы ты, как часто я на них смотрю. Лучше бы преступника ловили, а не на фотки пялились. Да, кстати, чего они кошелек не покажут? А он у Бяши остался, да? Я думал, Тихонов обозлится, но он проглотил колкость наглеца. По-вашему, я не хочу на этого козла браслеты надеть? Взять под белые рученьки да к стенке поставить? Да я с этой мыслью и спать ложусь, и просыпаюсь. Знаете, что мне снится ночами? Вам лучше и не знать. Словно сгорбившись под весом тяжелых мыслей, он медленно пошел к столу и вздохнул. Мы слушали молча. Дело это, глухарь. Нашли мы детские следы, ведущие в лес 50 метров. Да только там они и обрываются. А дальше сплошная чертовщина. Привлекли кинологов. На собаки след не берут. Скулят только жалобно. С добровольцами весь лес прочесали. Ни единой зацепки. 25 квадратных километров истоптали. Маньяк этот в норах звериных прячется, что ли? А на днях кто-то из местных заявил, что слышит детский смех по ночам. Мол, это пропавшие дети к нему с того света являются и в окошко заглядывают. С ума все посходили. Ну что тут взять? Еще и улики таинственным образом пропадать стали. Лейтенант помассировал переносицу. Ну, одна улика не таинственным образом исчезла. А ведь такое в нашем поселке не впервой. Помню, 30 лет назад был похожий случай. Так же исчезали ребятишки. Хоть на похитителей не вышли, но все же тогда следствие лучше сработало. 2 детей удалось спасти. Вот, сохранил на память с той поры. Милиционер бережно протянул мне пожелтевшее от времени объявление. В смысле? Тихонов Костя? Это что, батя Ромки? Так это были вы... А, это он и был? Так точно. Я ведь в этот участок в первый раз в вашем возрасте попал. Помню, зима была, метель. Но вот дела. Что со мной было, хоть убейте, не помню. Нашел меня в тайге тогдашний участковый. Говорит, лежал я в отключке, весь в сосновых иголках. Тихонов качнул головой, пребывая в тумане обрывочных воспоминаний. Это благодаря ему я это гиблое дело не бросаю. Долг мой до правды докопаться. А кто был второй ребенок? Кто, интересно, был второй ребенок? Вы сказали, что 2 спасли. А второй кто? Девочка какая-нибудь? Да в жизни не догадаешься. Ага. Второй, точнее, мамка, вторая. Наверное. Вот мне тоже кажется, что это мамка Пантона, потому что, помните, дед нам говорил, типа, какое истинное имя у твоей матери? Может быть, как раз вот поэтому. Тихонов не успел договорить. Распахнулась дверь, и вместе с ветром в участок валилась запыхавшаяся Лилия Павловна. Я подобрался от неожиданности, встал по стойке смирно, однако учительница вовсе нас не замечала. Нет ее, не пришла. Вы сказали, придет. Сказали, она у подружек, а ее нет. Нет моей Катеньки. Девочка единственная. Лилия Павловна заплакала навзрыв, прикрыв лицо руками. Мы с Ромкой быстро переглянулись. Успокойтесь. Тише. Где же она? Да как же мне успокоиться? Кровиночка моя. О, Господи. Лейтенант обнял Лилию Павловну за плечи и коротко мотнул головой в нашу сторону. Брысь. Нет. Пятясь, мы выбрались на порог под немилосердные удары ветра. Дохлый номер. Не помогут нам мусора. Одна надежда на нас самих.
В эту минуту мне казалось, что в мире нет ничего, кроме ветра и долговязых теней, блуждающих по темках. И что нам самим суждено стать такими же тенями. Ромка протянул мне руку, прощаясь. Я подумал, что как только разожму его ладонь, то сам очнусь в лесу без памяти, если только меня не сожрут заживо. Он отпустил руку и ушел. А я ежился на морозе, долго не решаясь покинуть освещенный пятачок перед милицейским участком. Входная... Ну, это мы уже все видели. Так, сейчас мы тогда что? Есть смысл смотреть варианты, где мы не берем Биашу? Там что-то меняется сильно или нет? Давайте пробуем. Если я еще мог поверить Ромкину дружбу, то его подхалимый прислужник Биаша всегда вызывал у меня отвращение. Чего ты сразу как девчонка обижаешься? Вот уж не подумал, что ты так в роль вживешься. Он ядовито прыснул. Да пошли вы на! Что за мне друзья? Если сгинете, я по вам скучать не буду на! Вы... Да иди уже. Получено достижение, третий лишний. И он демонстративно удалился, бросив кулек семечками у моих ног. Я ждал невыносимо долго. Самые длинные полтора часа, они тревожно мысли накатывались. Пропавшая Катя, лес, маньяк. Скрепы, могилы, кресты, черепа. А Биаша где? Засал, поди. Не обязательно было спрашивать Ромку о свидании. По улыбке до ушей становилось ясно, что прошло оно великолепно. Ромка шутливо толкнул меня в бок. Ну, ходу, Кент. А почему это не дают скипать? Мы же это читали. Значит так. Это точно мать Антона. Помните, она от шока чашку уронила, когда Оля про лису говорила. А как она ее осекать начала, что ни совы, ни лисы нет. Она точно что-то знает про этих зверят и хозяина леса. Ну да, да, мне тоже так. Мне вот это, у меня такие мысли были еще когда отец, ой, когда дед спросил, знаешь ли ты настоящее имя своей матери. Ну это прям супер такой явный намек. Плюс типа вроде не объяснялось, откуда у них этот дом. То есть родаки там вроде прячутся от долгов. Прям явно они прячутся от долгов. Вот. Видимо, она просто привезла его в старый дом, где она жила. Вот именно. Третий лишний. На рандеву в лес уходит двое. Дом же вроде от бабушки, но, видимо, по маминой линии дом. У Антона же бабушка говорила про тайгу. Ну, может, у них там вся семья такая, с прибабахом. Поисковая операция начинается. Далеко не разбредаемся, ищем любые следы Кати или похитителя. И желательно, Тоха, поживее. Уже через час станет темно, хоть глаз выколи. Наши поиски не дали никаких результатов. Проклятый лес умел хранить секреты. Мы уже забирались идти домой, как хрустнула ветка во враге позади нас, и в небо взметнулась стая испуганных ворон. Ромка завидной проворностью выхватил нож, ткнул им в подступающую темноту. Слышал, там кто-то бродит. Возможно, наш маньяк. Словно сама ночь услышала его слова, соткав из сумрака и копоти высокий грозный силуэт. Существо некоторое время возвышалось над тающими во мгле пнями и корягами, а потом быстро зашагало к нам. Это был не призрак. Приближающийся треск сучьев говорил, что оно материально. Что дальше, Ром? А я почем знаю? Ты же хотел его выцепить. Нечто уже бежало в нашу сторону, лихо перепрыгивая поваленное дерево. Не стой столбом, хватай дрын какой-нибудь. Я с трудом выкорчевал из земли палку размером с биту для лапты. Вымазанные в саже руки тряслись. Лапта – русская народная командная игра с мячом и битой. Цель игры – ударом биты послать мяч в поле, перебежать поле до противоположной стороны и вернуться обратно, не дав противнику осалить себя мячом. К родственным лапте видам спорта относятся бейсбол и крикет. Не ссы. Я уже махался со взрослыми. Главное... Ромка пытался храбриться, но голос его дрожал. Не вздумай меня тут кинуть одного, ясно?
Я молча кивнул, увидел, как запыхавшийся мужчина выхватывает что-то из-за пазухи. Мой боевой товарищ яростно закричал и бросился в атаку. Я последовал за ним, крича скорее от ужаса. И тут мы оба встали как вкопанные. Импровизированная дубина выпала из моих рук. В нашу сторону смотрело нарезное дуло пистолета Макарова, вынуждая нас в страхе попятиться. Питифанов! А ну брось нож! Господи. Чтоб вас! Неизвестный вышел на лунный свет, и только сейчас я узнал Старлея Тихонова. Он хмуро оглядел нас, затем смачно харкнул в сторону. О, провалиться мне на месте! Только вас двоих мне здесь и не хватало! Ромка злобно ухмыльнулся. Так я и думал, что это ты, легавый, тот самый маньячелло. Пожалуйста, отпустите! Мы ничего не скажем! Да заткнитесь вы оба! Я в шивах 4 часа на морозе провел, а вы мне всю засаду испортили, паразиты. Мэтт уплённо опустили руки. Полезай-ка в бобик, в участке расскажете, что вы тут забыли. Дежурный человек... Ну, это мы уже видели, про чебуреки. Располагайтесь. А ты куда, Питифанов, присел? Тебя вон персональное место в обезьяннике дожидается. А чё я сделал-то? На офицера при исполнении с ножом напал. Тебе мало? Милиционер перевел тяжелый взгляд на меня. Ты бы, Петров, друзей осторожнее выбирал. А то, считай, знакомый всего ничего, а ты уже дров наломал. На учет поставлю, как некоторых. Ой, знаем мы ваши учеты, лишь бы отчетность закрыть. А настоящие преступники до сих пор на свободе. Ну-ну, смотри, не образумишься, как папаша. Я вас еще удивлю. Пасть закрой. Отвечайте, что в лесу делали в комендантский час? Константин Владимирович, мы Катю искали. Я заранее догадался, какой будет ответная реакция. Помощнички выискались. Такими темпами вас самих искать придется. В газету захотели попасть. В рубрику «Помним, любим, скорбим»? Нет, но... Петров, Петров, признавайся, ведь не сам ты это придумал. Питифанов подговорил, да? Все хихоньки да хахоньки. Ой. Ромка закатил глаза. Завел старую песню. Никто меня не подговаривал. Я сам хотел маньяка поймать. Это вам повезло, что вы на меня наткнулись. А я ведь предупреждал по-хорошему, чтобы ты дома сидел. На кой лад тебе этот маньяк вообще сдался? Блин, а вы помните, вроде в первом эпизоде было же, что мент приходил к нам домой. Он вроде же с нашей мамкой сталкивался, нет? Там была какая-то у них интересная реакция друг на друга? Было же что-то такое, да? Награду хочу. Старлей скрестил руки на груди, тяжело вздохнув. Денег, значит? И куда тебе столько денег? У родителей долги. Да вся страна у нас в долгах, как в шелках. И дальше что? Мать была растеряна по описанию, но ему что-то ответила со вздохом. Думаешь, твоя пропажа им поможет? Я хмыкнул от обиды. Да им уже ничего не поможет. Они дня без скандала прожить не могут. Просто хочу, чтобы мы с Олей были счастливы. Тихонов призадумался, барабаня пальцами по столешнице с кипой бумаг. Не плачь, пацан. Все образуется. И родители помирятся, и маньяка найдем. Ага, и страну поднимем. С колен. Питифанов, договоришься у меня. Тихонов оскалился, блеснув крепкими зубами, а я подумал, что все равно не отступлю. Ради своей Оли. Эй, черт с вами. В этот раз устное предупреждение вам. Но в следующий раз пеняйте на себя. Он погрозил пальцем. Увижу еще раз, что в потемках шароебитесь. Уши откручу. Последний раз скрипнула и замолчала Буланова. Наступила гробовая тишина. Будто на автопилоте я побрел к стенду, оставляя за собой мокрые следы. А, ну это вот опять он нам все расскажет.
Ну все получается. Получается все, мы прошли все, что было. У меня, правда, я смотрю, нет еще какого-то количества. Есть еще достижение фарш. Вы не спасли Катю. Это, видимо, когда вы вообще ее не пытаетесь доставать, да? Что это вот за достижение муза? Вы смогли покинуть френд-зону. Одиночку не проходили, там, правда, рут половинчатый. А как? Я не знаю, как вообще. Я до сих пор не очень шарю за этот рут одиночки, честно говоря. Это мне сейчас придется всю игру с нуля заново это делать. Достижение клубника какой-то есть. Полиной. Ой, не с Полиной. Надо надеть маску стычки с Семеном, перед этим выбрать Алису, вроде так. Ну, короче, надо терпеть, оставить варежку. Ой, не, ну это сейчас долго вообще. Чей рут и концовку выбираешь? Блин, слушайте, я не знаю даже. Ну, из этого наименьший пиздец ощущается как рут Ромы. Где вы не заходите в гараж, а идете к полицейскому. Но типа это выглядит как самый такой бескровный рут, так сказать. Но самый ли это хороший? А, достижение клубника я получила. Я пыталась спасти Катю. Если бы я ничего не нажимала, тогда было бы достижение фарш. Снимок косы Кати мы получили. Дяди Степа достижение получили. Вы сбежали от Ромки, это мы получили. Школяр-убийца, где нас зарезали, мы тоже получили. Или нет? Вы стали чудовищем, стали человеком. А концовку, где получили Олю или где минус вся деревня? Блин, мне кажется, это вообще какая-то жесть. Ну, типа, там прям вообще все нахрен помирают. Это какая-то не самая здоровая концовка, как по мне. По руту Полины я бы вообще ничего не выбирала, честно говоря. По руту Полины, ну вот, все хуйня. Шо обжимание с Полиной хуйня? Шо вот это? Ну, я поняла, откуда вот эти срачи появились про сексуализацию детей, потому что реально, какое нахуй Кати Шибари? Ну, ладно, постоянный акцент на ее сиськах, даже когда ее тело перемалывает. Ну, ладно. Ну, такой художественный прием. Типа, один раз упомянули в нормальной ситуации, а тут мы упомянули в пиздецовый, поэтому мы создаем контраст ужаса. Но, блядь, Шибари, это как-то перебор для 90-х. Мне просто интересно, на самом деле, как все это связано. Действительно ли есть какой-то маньяк, и тут просто сплелось потустороннее и не потустороннее. Но я скорее склоняюсь к тому, что происходит явно какой-то пиздец, и явно к этому причастен Антон и его мама. Потому что, ну, тут, скорее всего, именно что-то потустороннее, что-то какая-то происходит дичь. Почему черный гараж... Как материализация детских страхов этот гараж выглядит просто. Почему именно он? Да, таблетки, которые пьет Антон. Да-да-да, это вы хорошо вспомнили. Может, ее связали по технике Шибари, потому что из Шибари сложно выпутаться. Да, блять, вот откуда среднестатистический маньяк из 90-х знает технику Шибари.
типа. Видите, рисовка еще вырисовала пентаграмму. Вот если так, тогда да, тогда это выглядит логично. Тогда да. Ну, в общем, опять нам сколько ждать следующий эпизод? Достаточно долго получается. Ну, вообще хорошо, сюжет хороший, интересный. Молодцы, разрабы, молодцы. Ну, я думаю, да, скорее именно вот какая-то вот эта потусторонняя хрень, какие-то сатанистские штучки. Видимо, мать вернулась, и эти древние силы активировались, потому что, мне кажется, в прошлый раз мать, она могла что-нибудь отказаться быть зайчиком. Поэтому спасли и мента, и она, типа, тоже спаслась. Потому что она отказалась, может, она была влюблена в одноклассника или еще что-то. А тут как бы вернулся потомок, и вот эти злые силы активировались, типа... Давайте дальше. Зачем им нужен зайчик? Почему они не могут без него это все сделать? Я не очень понимаю. Почему им нужен вот последний какой-то потомок для общей картины? Ну, получается, значит, это люди. Раз это люди, животные, то получается, значит, кто-то из деревенских тоже во всем этом замешан. Кто-то из деревенских, получается, у них идет такие поколения за поколением представители вот этих зверей ебаных. Значит, и лиса может быть, скорее всего, тоже реальным каким-то человеком. Вряд ли Полины причем. Не думаю, что это Полина, честно говоря. Хотя было бы иронично, окажись, это Полина. С другой стороны, мы не можем отпускать теорию, что есть и обычный маньяк. Может быть, все-таки осталось... Тут опять-таки и потусторонний, и маньяк. Потому что животные, им же главное похавать. Они получили, пожрали. Они не будут человека связывать, держать его на мясорубке. Что-нибудь такое... То есть может еще здесь и присутствовать маньяк. А вот знает ли маньяк о потусторонней хрени и как-то с ней взаимодействует, это тоже ничего не понятно. Было бы смешно, если бы это работали батя с мамкой в тандеме. Ведь как раз, когда они приехали в город, все и началось. Дед мутный капец. Дед инвалид. Он на коляске, ребят. Может, не инвалид, может, притворяется. Да, есть мужик зайчья губа. Но я так подозреваю, этот мужик зайчьей губой, это типа коллектор, который мог искать отца Антона за бабки. Я не думаю, что дед притворяется. Я думаю, дед что-то знает. Раз дед знает что-то про мать Антона и спрашивал про истинное имя, значит, дед в курсе. Дед что-то знает. И, кстати, тогда мы не можем отпускать теорию, что, может быть, дед тоже представитель одного из этого семейства, а Полина его, ну, потомок. Либо дед, как умный мужик, просто знает, что в этой деревне творится какая-то грязь. И он знал, что 30 лет назад орудовала именно мать Антона. Именно он знал. Я думаю, дед скорее что-то знает о семье Антона. Это и криповость деда обусловлена, ну, во-первых, его старостью, то, что он кукухой немного реально поехал. И можно понять то, почему он подглядывал за Антоном и Полиной. Потому что, ну, ты знаешь, чей это сын. Как-то стрёмно оставлять их немножечко вдвоих. Может быть, дед, да, беспокоится о безопасности Полины, если так посмотреть. Но дед явно что-то знает. Дед что-то явно знает. Дед мудрый, много знает, еще и коготь этот, видимо, медвежий, который он дал Полине для защиты. Да,
Дед еще и Полине давал амулет, который она нам отдала. Я не думаю, что дед какой-то злодей. Я думаю, дед просто очень шарящий. Дед очень шарящий. Немножко, конечно, он башкой поехал, но он знает вообще, что происходит. Ну, и его это колбасит достаточно сильно. Вот с матерью Антона надо разобраться, что она там. У нас просто не так уж и много очень лиц второстепенных, которых можно к чему-то притянуть за уши. Является ли только зайчик именно человеком? Или все остальные животные тоже, каждая семья там олицетворяет какое-то животное? Типа, были же очень сильные намеки, что медведь это этот... жирный. Вроде же были такие намеки, что типа он без пальца и лапка у него болит. Семён, да, вроде же было что-то такое. У медведя болит лапа. А, нет, слушайте, у медведя просто болит лапа, а у Харитона амулет. Слушайте, тогда Бабурина не может, ну, может и не быть медведем, Бабурин. Тогда получается, смотрите, у медведя-то что лапа болит? Дед оттяпал ему палец. Да, дед оттяпал ему палец. Но сказки про скрыл медведя, если что, отрубили ногу. Но все равно... Ну, в общем, да, я склоняюсь к тому, что дед просто шарящий и как-то хочет защитить. Бабурина тоже пальца нет. И Семену, может быть, это просто как вот ну, подзапутать, чтобы люди не поняли. Семену-то палец оттяпали из-за этой штуки. С Ромкой тоже странная хуйня, когда он стал на четвереньках бежать. Он стал на нас бежать на четвереньках, а когда у нас был амулет, волчок появился. То есть, вот это тоже очень странно работает. То есть, возможно, это просто игровая условность, что амулет защищает. Но как тогда работает амулет? Получается, амулет работает, как что приходят эти звери помогать? Потому что пришел волчок и... И, получается, разобрался с Ромкой. Антону привиделся палец Семёна, там просто перстень был. А, да. Да? Сначала на помощь приходит, а потом плату требует. Может быть, это просто, знаете, да, такая игровая условность, что типа ты берешь амулет, если не берешь, тебе одна концовка, если берешь, то у тебя такая. То есть, может быть, это и не связано, что волчик спасает тебя именно из-за амулета. Вот. Может быть, это просто так сделано, чтобы была, так сказать, развилка. Ну что, мы точно знаем, Катя точно не животное. Катя фарш. Типа дед делает из детей зверей. Нет, там со зверьми прям какая-то явно демоническая хуйня. Вот козёл вот этот, это просто олицетворение сатаны или это именно какая-то персонализированная фигура? Какой-то человек? То есть вот туда же, если смотреть на превью, зайчик на этой картинке, вот если у него когда уши так подняты, они тоже похожи на рога. Может быть, новый этот хуй, это предыдущий зайчик? Мумаша? А что если в концовке Рута и Полина нас тогда заставляли Катю съесть? Кстати, может быть. Блядь, тогда Катю никак не спасти. Хочу напомнить, что Деда Полина и Деда Мороза озвучивают один чел, так же, как Полю с Алисой. Так, блядь, Антон и Ромку, по-моему, тоже один человек озвучивает, нет? Или мне показалось? Деда Полина и Деда Мороза озвучит один чел, так же, как и Полю с Алисой.
меня есть теория, что они убраны, этого пытались сделать из мамы Антона зайчик, у них не вышло. Теперь они охотятся на Антона из-за какой-нибудь предрасположенности. Да, да, тоже как вариант. Маму Антона и Бяшу один чел озвучивает. О-о-о, ну все, пиздец. С актерами озвучки это может быть притянуто за уши, потому что у игры не было изначально большого бюджета, чтобы прям на каждую роль приглашать отдельного актера. Вот. Поэтому это еще, ну, спорно достаточно. Ромка, это голос Хюрем? Блин, вот интересно, хорошая игра, вы знаете, вот прям есть о чем подумать и пофантазировать. Вот здорово. Есть что вспомнить. И сюжет мы более-менее помнили после прохождения. Блядь, опять я сравниваю с Guilty Парадом, пиздец, уже какая-то болезнь профессиональная. А мы смотрели МБТИ? Ну-ка, а у них есть? Тайни Байни, MBTI, персоналити. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, Рома СФП, Полина ЕНФЖ, Антон, ну, естественно, ЕНФЖ. Как и дед, кстати. Оль, посредник. Ой-ой, нихуя себе. Алиса, полемист. О боже, Семён и Жулька, они одного типа личности. Девочки, это явно о чем-то говорит. Мне нравится, что больше всего Рома протипирован ли. Рома самый интересный персонаж. Ну что, чат? Приятно было с вами пройти эту игру, приятно было сейчас с вами посидеть, пообсуждать все. Жалко, Вергилий не стримит, я бы ему сейчас кинула стрим. Но, ребята, Артемон играет Джекбокс. Смотрите, мы, наверное, попозже, где-нибудь через часик опять пойдем в ферму. А пока я вам кину рейд на Артемона и пойдем у него играть в Сексбокс. Большое спасибо, что были у меня на сегодняшнем стриме. На следующей неделе будут адвокаты, все, 100% вообще. Начнем со среды, четверга. Вообще не переживайте, все обязательно будет. Короче, вот, отправляю вас к Артемону на рейд. Давайте, всех люблю, всем пока-пока. Присылайте ему команд за баллы канала голосовых.